Привет, фанаты Apple! Знаю, вам очень понравился рэп Стива в прошлый раз, так что у нас сегодня особый гость. MC Cook! Джеффри, давай, врубай, как там его, бит. Привет, фаны Apple, я ваш кореш Кук. Читать рад я в попад, друг. Что за херес? Я здесь, ну вот опять. Я здесь, сучки. Стиль и закон, тот токач, и мы подачи продал труп триллион. Я идеями дымлю, планом жгу прах и пух. Да я бы всех перекурил, не смотри, что я вдох. 2009, слетаем сейчас, когда славный iPad был лишь искрой моих глаз. Уже есть iPhone, уже есть MacBook. Что в середине, то не знает Кух. Мы растянули в фотошопе наш iPhone. Ему борта прокачали, и iPad был рожден. И с той поры мир уже другой. В оба глаза наблюдает за эпичной едой. И вот мой новый сюда поход, чтоб народ схавал мелкий iPad, мой умножит доход. Купил ты девайсов сколько мог, постой, не завязывай свой мешок. А из кармана все выгребай, и за новой погремухой очередь занимай. Купил ты девайсов сколько мог, постой, не завязывай свой мешок. А из кармана все выгребай, и за новой погремухой очередь занимай. Еще осталась слюна про запас, новейшая новинка на сегодня от нас. Что? Где iPad mini? Джефф Безос, основатель Amazon.com. Знаешь, Стив, я тебя, конечно, вруном не считаю, но мне нравится мини под названием Kindle Fire. Че закипишь, брат? Не рад, что твой Fire сгорел, едва вспыхнул iPad? Будешь гнать на меня в подобном тоне, присану тебя жестче, чем бунт на Фоксконе. Алло, Стив, вызывает реальность. Твой бизнес аэроплан аварийно сел, и это не случайность. Мини твоя соломинка, а не канат. Ты будто бы Рик Моренис. Милая, я уменьшил iPad. А ты когда отдашь все налоги с продаж? За жизнь такого скряги ей пары центов не дашь. Ха-ха, ты прав, Стив, моя жизнь прошла даром. Я руковожу каким-то там крупнейшим инет-базаром. iPhone, iPad, iPod. Брать себе чужие идеи, это твой любимый ход. Ты историком насрать на рипы и кражи, но всюду есть, что бог мака большие замутил продажи. Я впарил столько ай, что уже через край. А ты задрот куда влез, очередь занимай. А, в заключении последний шаг. Я имею Билла Гейтса опять просто так. Купил ты девайсов сколько мог, постой, не завязывай свой мешок. А из кармана все выгребай, и за новой погремухой очередь занимай. Купил ты девайсов сколько мог, постой, не завязывай свой мешок. А из кармана все выгребай, и за новой погремухой очередь занимай. Йоу-йоу-йоу, наш рэп зашибись. Тим, иди карты пофикс.